Ну что же, я сейчас работаю над свитой, симфонической свитой вальсов, в которую войдет 3 вальса из «Золушки», 2 вальса из «Войны и мир» и 1 вальс из фильма «Лермонтов». Кроме этой свиты, я пишу сонату для скрипки и фортепиано, и по ее окончании буду работать над 6-й симфонией, которую я начал в прошлом году.